Експеримент номер 5. Як гадаєте, кому присвячена ця монета, який в неї номінал? Так, номінал, ну я думаю, наверное, гривен 100, если такое бывает. Не, меньше. Меньше? Ну тогда давайте будем говорить 50 гривен, да? Дели на 10. Ой, блядь. Короче, с дележкой проблема. Значит, 5, да? Да. Вот. Ну так вот выглядит на нее тут какой-то факел или какой-то цветок. Квитка. Ты там будешь переводить. Угу. Цветок, да. Так. Здесь, не знаю. Так, что она тут? Как-то она... Ну вот здесь рисунок, абстракцию я не могу понять. Забор какой-то. Покрути там под разными кутами, подивись. Ну типа такого, чик-чик. Не знаю. Ну, какие-то башни, может, дома какие-то, там, я не знаю. Многоэтажки. Под фоном вот так вот смотрится. Не. Не? Ну, тогда я не знаю, что тут нарисовано. Ну, то, что тут как квитка или как факел, то что-то такое. Вот здесь как факел, но вообще так вот она как квитка. А здесь может трехзубец какой-то. Ну тоже не так. Трехзуб. Одна из позначений трехзуб. Да. Трехзуб, да? Да. Ну, и что тут я еще должен увидеть? Ну вот мое только решение, что это как трехзуб, а да, под трехзуб. Каким. А вот так буква Э. Э, да. А, оно, да. Буква Э, да. Варианты, кому присвячено? Э. Это имя какое-то должно быть. Профессия. Профессия. Экономика какая-то. Электрику. Да? Даже электрику, ничего. Энергетики. Энергетики, да? Да. Даже так. Ну. Монета присвячена энергетикам. Энергетикам. Ну, ничего себе, прикольно. Это государство посвящает? Это Национальный банк Украины, да. Ага. Ничего себе. Эта монета по на этому 5 гривен, да? Да, номинал 5 гривен. Прикольно. А це соняшник, а це типа ліхтарі, які освічують типа Україну. Угу. Угу. Сейчас у тебе спросят. Все, дякую за увагу.